Автобусы и маршрутки в поле зрения ГАИ. 16 по 25 октября столичная госавтоинспекция проверит городской пассажирский транспорт и маршрутные такси. Инспекторы обратят внимание на техническое состояние транспорта, на переоборудование, а также на необходимую документацию. Для этого будут использованы машины как специальные окраски, так и в гражданском оформлении. Будут использованы также для фиксации нарушений фото- и видеокамеры. А несмотря на общую тенденцию уменьшения количества ДТП с участием городского транспорта, нередки случаи нарушения скоростного режима, также проезд на красный сигнал светофора и неиспользование ремней безопасности. Одно из частых нарушений транспортных средств, перевозящих пассажиров, это маршрутное такси, это как привод дверей. Они сами глушат дверку, то бишь ручку, ставят электропривод и отключают механический привод. Тем самым мы не можем открыть сами двери в случае совершения дорожного транспортного происшествия. Также они снутри не могут выйти, если, например, пропадает система электропитания. Механический дверь больше не работает. За данное нарушение водители привлекаются к административной ответственности, а также должностные лица, допустившие участие в данной транспортной средства. Я считаю, такие рейды очень нужны, чтобы обезопасить пассажиров, чтобы автобусы выезжали в рейс на смену технически исправные.